Такой лес. Интересный. В сторону Ольши. Ну вот в этом лесу белые водятся иногда. Грибы. Подосиновики. Но подосиновики мы в других местах собираем в основном. Это плетей оленей. Съедобный тоже гриб. Вполне нежный такой. Не хуже сыроежки. Но мы их не берем. Необычные расцветки плетей оленей. Съедобный гриб. Вполне пластинчатый. Симпатичный такой, серенький. Интересный. Угу. А у меня есть вот еще один плетей. Этот я взяла. Светленький такой, красивенький. Вместе с жемчужными сделаю, потому что у меня их немного. И соседке своей отдам. Хорошо. Это очень красивый плетей, желтый. Надо его взять, попробовать. Хотя вообще-то это редкость. Не буду брать и не уверена. Ну, уверена, конечно. Но не буду, пусть растет. Потому что в этом месте я их видела уже однажды. Но сейчас он здесь один. Пусть растет. Гриб плетей. Они растут на древесине. Вот здесь он тоже светленький, такой красивый. Я его чуть-чуть потрогала, и он у меня упал от бревнышка, отошел. Красивый, сейчас покажу. Вот сухо, конечно, грибов мало. Вот пластинки у него такие вот. Пахнет он приятно, не очень резко, не очень так фруктовый, что ли, запах. Вот такая ножка у него, но ножка деревянная такая, волокнистая, крепкая. Режется она с трудом. Вот такая вот ножка. Вот она. И часто бывает червивыми. Вот плетей такой, гриб съедобный. Плетей оленей, съедобные грибы, их едят, но мы не будем, потому что других грибов и получше много в этом лесу. О, все, плетей оленей очень красиво растут. Вон там еще немножко. Их можно есть, они съедобные. Гриб плетей тоже съедобный, но мы их тоже не берем, нам грибы некуда девать и так. Очень много здесь плетей оленей растет. Вот такие они грибы. Их очень-очень много. Очень красивые. Красиво растут, потому что их много. Прямо на пне. Они на древесине растут. А вот это вот паутинник. Паутинник. Лес нас сегодня очень порадовал. Но все-таки интересно. Но еще и жарко, и душно сегодня.